пропажа, пропажа!» – пищала моль на весь мир. «Пропал тапок, левый тапок пропал! Похитили, ограбили, убили!» Моль летала в шкафу от полки к полке, сообщала жителям страшную новость и торопилась дальше. В шкафу началась паника. «Злодей среди нас! А вдруг теперь он охотится за мной?» запричитала плакса Майка. «Помилуйте, да кому вы нужны?» усмехнулась махеровая кофта. «А вот мне всерьез нужно заняться своей безопасностью». «Апчхи!» чихнул носовой платок. «Главное, чтоб там, куда меня украдут, не было сквозняка». «Апчхи!» «Бедный правый тапок!» вздохнула мадам Болеро. «Как же он без брата? Ах, он сойдет с ума от горя!» Мадам Болеро вскинула рука в груди. «К чему причитать и вздыхать? Нужно?» – начал мистер Смокинг. «Какой же вы черствый!» – перебила его мадам Болеро и вскинула к груди второй рукав. «Повезло же мне с соседом-сухарем!» Под всхлипывание мадам Болеро мистер Смокинг спокойно продолжил мысль. «Нужно срочно обратиться к носкам. Они великие сыщики. Они найдут пропавшего». Моль услышала мистера Смокинга и решила, что эта мысль придаст еще больше значимости ее сообщению. Она полетела разносить новость по второму кругу. «Пропал тапок! Случилась беда! Только носки могут помочь! Но возьмутся ли они за столь запутанное происшествие?» Писк Моли разбудил старую шаль. Она закряхтела и разбудила шапку. Шапка зевнула и недовольно нахмурила отворот. Моль как раз добралась до своей любимой верхней полки шкафа. Там жили теплые вещи. В очередной раз, пропищав все новости, моль присела на край полки в ожидании реакции. Ох! Старая шаль расправляла кисти, помявшиеся за ночь. Ох! Что творится? Отдышка замедляла не только ее речь, но как будто и мысли. Зато запах противомолевой отдушки, которой давным-давно обработали шаль, когда ее еще не прозвали старой, распространялся быстро. Стоило шали пошевелиться, как вся верхняя полка наполнялась ароматом. Моль поморщилась и собралась улетать, но выжидательно посмотрела на шапку. Та всегда говорила что-нибудь острое, колюще-режущее, такое, что можно потом разносить по миру, устраивать сенсации и зарабатывать популярность. Одним словом, сплетничать. Но шапка только сказала. «Какое мне дело до тапок? Я с ними не пересекаюсь. Пусть хоть оба пропадут». Моль разочарованно дернула крылышками и полетела к носкам. «Ох!» – постановала старая шаль. И вдруг спохватилась. «К носкам? Я тоже обращусь к носкам. Ох!» Шаль перевела дух. «Почему я сразу не догадалась? Ох!» «Может, хоть поносит его?» Вздохнула завистливо платье. «А мы тут никому не нужны, хоть нас и не похитили, а мы все равно, что пропали!» «Ну, не знаю», – вмешался хлопковый халат. «Меня по-прежнему носят. Мне кажется, вам просто нужно быть проще, как я. Я не мнусь, почти не пачкаюсь, мягкий и все терплю. Мой вам совет – будьте проще!» «Понимаешь ли, мы – вещи, а не простенькие тряпки!» Махеровая кофта даже икнула от возмущения. Шарф слушал разговоры в шкафу, и настроение его портилось. Впрочем, настроение у него всегда было испорченное, как подгнивший помидор.
Шарф лежал на шкафу, разглядывал потолок и замышлял расправиться с носками. Пора уже с ними окончательно разобраться. В мире может быть только один герой, и это он, шарф. Самый злой шарф в мире, самый колючий.